Всем привет! Сегодня я хочу открыть вот такой вот набор Лего Сити. Называется Сити Пицца. Начинаем открывать с вами вообще вот этот набор. Здесь есть такое место, где можно пальцами нажать и открывать. Это первый пакетик. Это второй пакетик. И здесь у нас идет инструкция. Вообще, как собирать его. Это вторая инструкция. А здесь первая. Вот. Первая. Вот так выглядит. И вторая. Вот наклейки, где меню есть. И Сити Пицца. Номера тут всякие. Вот. Так, вот это мешки. Вот так выглядит второй мешок. Вот так выглядит первый. Это получается первый пакетик. Первый пакетик. Вот так вот он выглядит. Вот здесь вот сама вот эта от зонтика. Вот сами герои. Вот это... Такая, как бы, маленькие пакетики здесь уже идут. Вот, смотрите. Вот сама эта маленькая пицца. Кругленькая такая. Уже ножка для зонтика. А здесь у нас идут маленькие детальки. Второй маленький пакетик, маленькие детальки. Смотрите, вот такая вот машина, у нее даже вот это вот все открывается, вот это вот вертится, даже двери вот эти маленькие открываются. И с этой стороны все так же. Вот. Можно даже тоже дверь открыть. Вон там внизу, ну внизу там вон даже полка, пицца валяется. Вот здесь калькулятор, картошка фри, соусы, вон печь, где пиццу вообще готовят. И вообще эта машина очень классно, ну, выглядит классно. Еще есть такой островок, чтобы можно было покушать здесь. Вот кто покупал пиццу. Здесь даже маленький кусочек есть. Вот зонтик есть. Есть сам продавец этой пиццы. Вот он, иностранец. Вот человек, который развозит вообще эту пиццу всю. То есть здесь вот Сити Пицца. Здесь мотоцикл красный, так. И столик с кока-колой. Ну, или с каким-то напитком.